На рабочей встрече обсудили предварительные итоги единого дня голосования. Напомню, в это воскресенье кубанцы выбирали депутатов местных советов и глав поселений. Вениамин Кондратьев отметил высокий уровень организации выборной кампании, а также выразил благодарность жителям, которые не остались равнодушными и отдали голоса за будущее своих городов и станиц. Явка на муниципальных выборах Кубани составила более 56%. Это самый высокий показатель на юге страны. Хочу вас поблагодарить за проведение выборов. Я еще раз хочу подчеркнуть, я верю в то, что на самом деле было настоящее волеизъявление жителей, потому что это самое главное условие института выборности. И здесь принципиально важно, чтобы ту власть, которую выбирали сегодня у нас в определенных муниципалитетах, выбрали именно люди. Те люди, которые в них живут. И в целом, явка на самом деле высокая. Я хочу здесь поблагодарить именно жителей за их активность, потому что они все-таки верят в то, что их голос является подчас решающим. Действительно, выборы прошли в штатном режиме. Они не носили региональный или федеральный характер, но если еще раз обратить внимание на те характеристики, которые вы назвали, их, конечно, малозначительными не назовешь. Было охвачено порядка 30 муниципальных образований, 670 тысяч избирателей. Строго юридически ни одной жалобы на нарушение законодательства избирательной комиссии края не поступило. Это значит, что избранные органы получили очень серьезный процент легитимности. Больше всего кубанцев пришло на избирательные участки в отдельных поселениях Кавказского, Тихорецкого и Новопокровского районов. Там явка достигла 80%. Прозрачность выборов контролировали более 1500 наблюдателей.